В новом выпуске скандально известного ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале снова обсуждались Евгений Петросян и Елена Степаненко. Зашла речь и о том, что 74-летний юморист, по слухам, собирается стать отцом. Его бывшая жена прокомментировала эту информацию. Очередной выпуск ток-шоу был посвящен недавно появившейся информации о том, что якобы в конце 2017 года Евгений Петросян перевел Елене Степаненко баснословную сумму порядка миллиарда рублей. В студии «Пусть говорят» гости и эксперты обсуждали, какими мотивами мог руководствоваться юморист, чтобы расстаться с такими деньгами. Выдвигалось несколько версий. Согласно одной, артист откупался от жены, чтобы уйти к молодой любовнице Татьяне Брухуновой. По другой, у пары были некие договоренности. Третьим вариантом было то, что якобы Петросян покупал молчание Степаненко, предвидя скандал, который поднимется, когда станет известно об их разводе. В программе отметили, что ранее состояние Петросяна оценивали в 94 миллиарда рублей, которые сейчас являются предметом судебных тяжб. Также на передаче включили аудиозапись разговора Степаненко с журналистом. Юмористка, которая ни разу не дала интервью о бывшем муже, прокомментировала слухи. Она призналась, что устала от шумихи. И уезжать, как пишут некоторые СМИ, в Америку не намерена. Елена Степаненко высказалась на тему скорого отцовства экс-супруга. Напомним, что недавно в сети появились данные, будто Татьяна Брухунова ждет ребенка. Поводом послужили фото молодой женщины. Она запечатлена в свободном свитере, который не смог скрыть округлившийся живот.